Давним-давно у далекій-далекій галактиці, 7 років тому, 4 травня, прихильники фантастичної епопеї почали відзначати неформальне свято – День зоряних війн або День Люка Скайуокера. Завдяки виборам в Україні усі знають, хто такий Дарт Вейдер, а яких ще персонажів «Зоряних воїн» знають дніпряни. А чи дивились ви «Зоряні війни»? Так. А в яких персонажів світу знаєте? Чесно кажучи, я дивився, але ну, він мене не, скажімо так, не захопив. Так, да, звісно. Як вам? Отлично. Як я був ще тоді, взагалі маленький. Ну, що таке інтересне, захватуюче, що це? Фільм, правильно? Фільм, так. Да. Ну, слышал, но не смотрел как-то. Не, может, так, ну, бегло смотрел, ну, прям от и до не смотрел. Да, смотрел, но очень давно. Ну, нормально вроде бы, интересный. Аватар бы лучше спросили, я бы вам рассказал. Ну, что такое звезды? Это отстой, звездные войны. Аватар есть духовность, а звездных это просто, ну, потерянное время. Смотрели, не любим этот фильм. Фантастика мне просто не нравится, все. Мне неинтересно «Звездные войны». Ну, когда он узнал, что его отец – это Дарт Вейдер, все. Как-то так. Я их не знаю, как их уже зовут. Ну, Оби-Ван, не знаю, наверное. Чубакер, да? А ну, ну все. Ну да, вот этот баллотировался в президенты, да? Как его робот. Как? Как? Да, Дарт Вейдер, да. Это «Звездный войн»? Конечно, Дарт Вейдер, допустим. Фильм. Все. Очень ну, длинные, по-моему. Длинные, там да. Куча серий и так дальше. Ну, там всякие там Дарт Вейдер, там Чубака и так дальше. Да я не помню, как они назывались. Там маски, там вот этот вот. Не помню, если честно. Да. Он, именно он. Фанати «Зіркових війн» знайшлися там, де ми найменше їх очікували. «Звездні війни» смотрели все. Вот, от начала до конца. Чубака – великолепный персонаж, без которого вообще «Звездные войны» просто жить не могут. Любой плакат, любой такой постер «Звездных войн» обязательно должен присутствовать Чубака. Нет Чубаки – нет плаката, вы же понимаете. Этот сериал или эта эпопея, так сказать, «Звездные войны», она сформировала романтическое отношение к фантастике у миллионов людей. И у мальчишек, и у девчонок. Поэтому я считаю, что «Звездные войны» – это величайшая эпопея всех времен и народов. Тож, хай буде з вами сила. Олександра Євдокимова, Сергій Язовських, Дніпро ТІВІ.